Диафаноскоп зерна Olislab 5100 – модернизированная версия прибора DSZ-3, который выпускается с 2007 года, предназначен для определения стекловидности зерна пшеницы и обрушенного риса с помощью визуальной оценки. Прибор состоит из корпуса со встроенным источником света из светодиодов, увеличительной линзы, установленной в маску с окантовкой из темного полимерного материала для изоляции глаз пользователя, кассеты для зерен, механизма перемещения кассеты. Принцип работы прибора основан на осветлении кассеты с зерном и подсчете количества стекловидных и мучнистых зерен. Также прибор может быть использован для подсчета показателя трещиноватости обрушенного риса. В комплектацию входит непосредственно сам прибор, кассета, которая содержит 100 ячеек, шнур питания, фланелевая тряпочка, кисточка, предохранители, технический паспорт с гарантийным талоном и инструкция по эксплуатации. Прибор упакован в прессованный картон. Если у вас остались вопросы или вы хотите приобрести этот прибор, обращайтесь по контактной информации, расположенной на экране. Olislab. Olis – ваш проводник в мир зерновых технологий.